Вас Господнего да копиет, глаголю, придите, примите все духа премудрости, духа разума. Иерей Александр Побединский совершает чин великого освящения воды в храме при Барнаульской колонии. Окропляет святой водой осужденных, которые через несколько мгновений окунутся в крещенскую прорубь. В лечебно-исправительной колонии отбывает наказание около 500 осужденных. В ледяную воду на крещение ныряют 15 из них. Уж слишком зябко. Так осужденный Роман Овчинников, не успев соприкоснуться с водой, скорее выскочил. Какие эмоции? Офигенные. Ну, бодрость. Прилив сил, замерз, правда. Я раньше, ну, каждую субботу нырял, а давно не нырял. Отвык, наверное. Как вы думаете, вот с водой вместе смываются и ваши грехи? Я надеюсь. Тюремный колорит татуировки святая вода, конечно, не смоет, но встать на путь исправления поможет, отмечает иерей Александр Побединский. И добавляет, что ежегодно в алтайских колониях становится больше осужденных, которые совершают обряд омовения в крещенской проруби. Это проявление личного намерения, намерение пойти и исправить свой путь. Но этот же шаг, видите, если сделать его неправильно, ну, если это делать из какого-то удали молодецкой, тут в воду холодную, так сказать, погрузиться, то это нехорошо. Все-таки нужно именно с верой это делать, с верой и с желанием очищения внутреннего прежде всего. Шаг к искуплению грехов сегодня сделали тысячи осужденных по всей стране. Стоит отметить, что вера помогает в реабилитации осужденных. Поэтому руководство колонии идет навстречу сидельцам и ежегодно оборудует для них на территории учреждения священную купель. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.